Ну чё, посмотрим, чё за игрушку. Не хотела я в неё играть. Интересно, есть тут достижение пройти на эксперте? Проси. Кстати, сейчас я пока тут болтаю, я заодно проверю свою гарнитуру, самое главное-то. Точно, точно, сейчас гарнитуру проверю. Может, меня вообще не слышно. Такое может быть. Проверка, проверку. Не, ну я буду, конечно, на эксперте играть. Я же не лошара. Кстати, сейчас я пока тут болтаю. О, работает. Е-е-е, гарнитура работает. Ладно, погнала я. Блин, когда-то я была фанаткой серии Infamous, пока вот эти вот последняя часть не вышла. Хотя, может, она крутая все-таки. Надо попробовать. Девочка хорошая, накрашенная. Расскажите, что с вами случилось? Ладно. Окей. Родители заложили меня, когда узнали про мои способности. Я была в шоке. Но мой брат Брент, он всегда обо мне заботился. Схватил меня за руку, и мы убежали. Несколько лет жили на улице, прятались, все время в бегах. Зарабатывали на жизнь темными делишками. Но то последнее дело в Сиэтле, оно было хуже всего на свете. Да ладно тебе. Осталось одно дело. Мы все погрузили, пойдем. Нет, сегодня зарплата. Угу. И сколько? Хватит, чтобы переехать. Да? Да. И купить тебе котенка с коротким хвостом. А? Вот ты гад. И начать все заново. С чистого листа. О, зашибись. Ну да, я уже сама прослушала. Так, ты прячься. Поняла, что нормально слышно. Не надо. Надо ее, главное, не теребить теперь. Вот она у меня зафиксирована. Нет. Нет, не используй свою силу. Да все в порядке, я просто все улажу. Ранера! Ладно. Эй! Стой! Сюда смотри! На меня, в глаза! Как вы задолбали. Он меня ослепил. Так, параметры инверсии обзор. А, все на. И чё, мне в него выстрелить? Наверное, пока не надо. Постой! Хочешь, фокус покажу? Нажмите. Кружок, что ли, чтобы убежать на скорости? А, кружок.
Отвлекла их, походу. Тьфу. Брэн заставлял меня скрывать свою силу. Если бы стало известно о проводнике в городе, за мной началась бы охота. Но в ту ночь я не боялась. Я хотела сделать дело, применив силу, а потом улизнуть с братом задолго до того, как прибудет Дес. Не попадайтесь в полицию. Как он меня выследил? Блин, так круто вот так. А у нее заканчивается, интересно? Какая-то сила, когда я вот так летаю. Нужно оторваться. Блин, вот это прикольно. Кажется, тихо. Оторваться нужно, наверное, сначала. Блин, неужели она бесконечно вот так? Может летать. Тёма, привет! Дарк, привет, все привет. Надо бы найти, куда здесь спрятаться. Все двое. Так, надо найти, куда что? Спрятаться? А, на дом. О, на дом можно. Юху. Укромные местечки, где же вы? Я эту игру все прошел, я тоже. Ну, а видите, а я это. Все, позже всех прохожу. Когда все ее проходили, я что-то другое. Кажется, проходила. Ну я ее быстренько пройду. Я, правда, включила на трудном, но мне кажется, что я все равно ее быстро пройду. Блин! Ни хрена не оторвалась. Прямо копом в руки. Здесь все чисто? Вон они, копы-то. Спрячься во дворе. В воде нельзя. Все чисто. Кажется. Наверное. Кажется. А я думала, они просто рано или поздно от меня отвянут. Ну, ладно. Сейчас где-нибудь во дворе замыкаемся. Во. Все, спряталась. Ай, спряталась. Блин, ну да что ж вы пристали ко мне? Костя, привет. Между домом. Все, короче, самое первое задание. Я уже не знаю, что делать. Да блин, да что ж ты привязался такой? Что привязались-то? Зима. Между домов, между домов. Графон тут, конечно, красивый. Но что-то все говорят скучно, скучно. А я когда во что-то начинаю играть, мне начинает нравиться. И мне уже будет не скучно, я думаю. На крышу. Давай. Ау, тут не залезть на крышу. От игрока тоже зависит, скучно будет или нет. Все, я в тени, ё-моё, отвязались быстро. За мной след такой остался, блин. Ну все, походу. Я же могу просто переждать. А, говорит, сойдет. Про канал прокатило. Ты как? Ну, я-то ничего. Но когда ты засветилась, город взбесился. Я Брент. Нам нужно уходить. Дес на подходе. Ты же хотел начать все заново. А я хотела котенка. Расскажи мне о работе, я ее выполню. Ладно, только быстро. Пентхаус на углу 3 и Стоун. Оттуда надо украсть красную сумку.
Ладно. О! А что в сумке? Я украсть должна. Плывем на лодке, набитой деньгами. Может быть. Звучит неплохо. Мы справимся, брат. Я думала, я за хорошую девочку играю. Только быстро. Если попадешь в тюрьму Деза, я этого не переживу. Угу. Ты будешь в САК играть. Ты видишь, я каждый день в разные игры играю. Сегодня не буду. Вообще буду потом. Так. Найти квартиру. Нажмите кружок, чтобы сбежать по стене. Это я поняла. А вот здесь, что ли, квартира? Я так быстро до нее дошла? На карте вижу. А, во, шутишь? Действительно. Так. Заперто. Тук-тук. Р2 стрелять, все как обычно. Что? Ты охерел. Я вас сейчас тоже без свидетелей завалю. Ты что, блин, Лёра, что ли, стреляешь? А, вот прицел. Забыла нажать. О, ваша способность к регенерации ослабевает. Бегите. Йо, я красную сумку-то не взяла. Вот она. Пофиг. Вау, 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 вау. Бегу, 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 бегу. Ой, тут не убежать. Да что за... А куда бежать-то? Бегите, главное. Блин, я что-то я не врубилась, где выход. Ладно. Но хотела котенка. Тук-тук. О, да. Всего лишь. Что? Без свидетелей! Вали ее! Сумка! Мне нужна только красная сумка. И все! И котенок. На. О, прикольно. Че, еще кто-то жив? Да вы ничего, стоять-то. Где же сумка? Где же сумка? Где же? Вот, по-моему. Угу. Еще чемодан какой-то. Бабло? Бомба! Йо! Офигеть. Я ставлю плюсик. Правда, мой котенок мне немного достал уже. Кирилл, привет! Нужно зарядиться. Про запас. Так, она заряжается ионом, как я поняла. Ионом. Можно было такое придумать. Из ионовых вывесок. Здесь есть? О, да, здесь есть. Парамаунт 0. Ты была там? Что случилось? Там полно русских с бомбой наперевес. А что русских-то сразу? Начинается. Кого нашли? Моего босса. Если они знают про пентхаус, то узнают и про лодку. Нужно сматываться. Девка, привет. Ладно, заводи мотор, я скоро буду. Ты сначала начала, но откуда я первый раз играю? Тебе тайского котенка. Знаю. И еще подаришь. Тайского котенка, это же такой же, как у меня. Офигеть, а почему они сказали с коротким хвостом? Тайские длинные хвосты вообще-то. Ну что? А... Блин, копы против меня, офигенное начало.